Как выглядят туалеты одного из строительных заводов Украины? Кафельная плитка. Нигде грязи нет. Все блестит. Унитазы. Грязи нет. Полито каким-то специальным пахнущим средством. Все чисто. Все красиво. Грязи нет. Смотрим умывальники. Блестят. Это туалеты, где ходят сюда обычные рабочие. Ну, не все идеально. Труба вот не покрашена, ободрана. Смотрим писсуары. Блестят. Второй. Блестит. Канализация. Все. Работаю здесь я сантехником. Все туалеты. И второй блестит. И третий блестят. Вся сантехника работает. Бумага есть. Освещение великолепное. Все идеально работает. Горячая вода, холодная есть. Отопление есть. Вода. Так, теплая батареи. Свежий воздух заходит, если надо. Тут заходят обычные рабочие. Токаря. Дружеский совет. Итак, так выглядит туалет. Мыло везде есть. Так выглядит туалет, где ходят обычные рабочие одного из заводов.